Тело Далера нашли сегодня ночью. 6-летнего мальчика обнаружили в гаражах, которые находятся в 300 метрах от места проживания ребенка. Предположительно, мальчик пролежал там не один месяц. Напомню, пропавшего приемного мальчика трое суток искали больше 1500 добровольцев. Опекуна мальчика Веронику Наумову задержали. Ее подозревают в убийстве. Ранее женщина рассказывала журналистам, при каких обстоятельствах пропал Далер. Тогда женщина заявляла, ребенок ушел из дома самостоятельно из-за особенностей его поведения. В порыве агрессии он может там укусить, ущипнуть, там ударить. А раньше вот были прецеденты, когда он пытался душить. Ну, это было как бы год назад. Слава богу, пока больше он не повторял это. В Минсоцполитике началась служебная проверка. Специалисты проверят сотрудников, которые патронировали семью на протяжении периода опекунства. Сейчас неравнодушные несут игрушки и цветы к дому, где жил ребенок. Возможно, где-то не прислушалась, где-то не успела помочь. Будь рядом какие-то люди от каких-то структур наших, которых у нас достаточно, то этого могло не случиться.